Всем привет, это GTA Online, и мы пытаемся пройти задание моё, побег из тюрьмы. Не знаю, в который раз уже пытаемся пройти, записать серию, в который раз пытаюсь. Уже в 7 побывал, и подрывником, и на самолете был, и в тюрьме был. Так, сложность нормальную, я не хочу терять денег. Автоприглашение включаем. Последнего дела пригласим. Ребята подключились. Бывал, конечно, и хуже игроки. Ну, 40-й, 50-й и 17-й уровень. Ох, сколько этот ролик можно смотреть уже. Не-не-не. Давай пропустим его уже. Наконец, давай пропустим. Не надо мне уже. Так, 440 тысяч. Пилот у меня 50-й. Тюремщик 17-й. Нет. Я поеду, наверное, в тюрьму. Блин, я даже не знаю. Давай я буду подрывником. Я уже давно подрывником не пробовал. Это еще в самом начале я был подрывником. А вот ты будешь у меня 40-й, ты будешь у меня заключенный. Пилот 50-й. Блин, что же делать-то? Как тебе распутать-то? Как вас покруче распутать? Нет, пилот нужен мне хороший. Пилот 50 уровень. Да, пилот мне реально нужен. Крутой чувак. Все, поехали. Пойдет так. 440 тысяч. Нужно купить. Пока дешевые машинки нужно купить. Хочу машину купить. Но ради чего я еще прохожу-то? Все, готово. Можно еще поменять внешность, да, какую-то. А, свое транспортное средство. Вот, внешность. Ну, успели что-то поменяли. А, уже пофиг как. Какая внешность там? Хоть голым идти. По барабану уже. Ребята, давайте. Собрались всем. Все дружно. У нас есть чернокожий. Да, редко встретить чернокожего. Где моя машина? Походу я... Так, я с кем должен? А, я же тюремщик. Это моя машина, что ли? Чувак, ты все походу не свой... Нет, погоди, я попутал. Это твоя, наверное, машина? Вот моя машинка. Блин, я поменял розовую машину на эту ковымагу, что ли? Ну хорошо, поехали. Сделали крутой разворот. Тюремный автобус. Подрывником я уже давно не был. Где-то первые 5 серий я был подрывником, потом я в тюрьме был, а потом серии, наверное, 10 я пробовал летать. Блин, ребята, то там не могли справиться, то там не могли справиться, я уже прокачал перса своего на пилотирование. Не знаю, конечно, все это не войдет в серию, все эти неудачные записи, блин. Ну уж пройти разок-то нужно. Реально нужно пройти разок, блин, как занесут ее. Так, мне нужно побыстрее как-то все-таки. Я уже знаю, потому что подрывник у меня постоянно опаздывал. А, постоянно я парился с истребителем, которого нужно угнать. Даже свою схему уже выбрал. Просто лететь за истребителем позади. И все, он на тебя не агрится. И все нормально. Но это, правда, не будет в сериях. Может быть, потом на повторных заданиях я покажу. Да, тут, в принципе, недалеко тюремный автобус. Рядом. Он довольно медленно едет. И поэтому подрывник как-то постоянно опаздывал. Ага. Вижу уже. Сейчас... Ну, давай, брони нет. Бронебойный пистолет. Сейчас заедем быстренько. Загасим и довезем. Куда? Давай тормознем его. Чувак. Ага, готов. Маленько попоцарим. Так, давай, проезжай. Встал прям вплотную. Давай, сразу поворачиваем. Колесом. Ага. Все, вперед. Я не понял. А ты кто такой? Ты куда едешь-то? Я не понял, чувак. А-а-а, что это такое, блин? Ты куда приехал-то? Я расплющил игрока. Чувак, ну ты, ну что за фигня? Ты кто у нас? Ты должен пилотом быть, я как понимаю. Нет, пилот у нас полетел. Да блин, ты не туда пришел. О, боже мой, что опять за фигня? 50 раз, что ли, мне серию переснимать? Чувак, едь в другой автобус, тебе не сюда. Блин, я не понимаю. Ты глянь на карту, куда тебе ехать. Блин, я чувствую, жопа полная будет. Полная жопа. Опять серия не выйдет в выпуск.
Ох, блин. Не знаю, только чудом. Только чудо. Ничего себе на колеса встал как. Только чудом я смогу выполнить это задание. Приехал, сел в автобус. Ну какого черта решил сесть в автобус? Блин, я еще и жизнь потратил. Правда, совсем чуть-чуть его затронул-то. Короче, мне нужно ехать, у меня свое задание, у него свое задание, может у него как-то включится мозг, я не знаю, какого уровня. Я вроде серьезных ребят поставил, кто он такой? Тюремщик 17-й, видимо тюремщик он. Заключенный 40-й, то уж стопудово должен был сообразить, куда нужно. Блин, ребята, блин, я не знаю. Где мне найти нормальных, адекватных, которые нормально выполнят задание? Знают свою роль и все. Я уже каждую роль знаю наизусть. Ну где он там? Он сел в машину, едет, надеюсь, куда нужно едет. Блин, я сейчас поворот пропущу за него. 39 тысяч у меня на руках, мне нужно деньги перевести будет. Вон, чувак едет уже в тюремном автобусе. Сейчас провал миссии будет реально какой-то. Если он поедет в тюрьму без заключенного, это что будет за... Где заключенный? А, побег! Капец. Ох, капец. Так, мы сократим жизнь. Дорогу. У нас проблема, диспетчер засек. Походу мой самолет уже прибыл. Блин, ну я ехал реально на полных скоростях. Тут уже машина меня, можно сказать, ждет, которая доехать может быть. Да, чертов два. Давай, 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 только не застревай. Только не застревай. Вот еще машинка есть. Куда, куда? Вот сюда вот. Я уже маленько подзабыл. Давай, выходим. Выходим скорее, потому что у нас самолет уже на подходе. Взрываем его. Бомба-липучка. Все, все, уходим. Уничтожь тюремный автобус. Уничтожим. Где наш самолет? А где-то в той стороне. Где тюремщик? Какого черта тюремщик гонит? Он как... Блин, ребята... я не знаю, вон уже, вон, о, смотри, слушай, он тоже позади летит. Тоже так, такую же тактику выбрал. Потому что, наверное, тоже уже раз 50 и пробует проходить задание. Вот из одного чувака мы не сможем пройти, я не знаю, куда он зашел. Блин, капец. И сколько мы будем агриться? Сколько будем агриться, я буду должен подбирать эти истребители. Теперь буду прокачивать, походу, боевой вертолет. Чертов два. Слушайте, я не знаю, что с вами сделать. Одного убил, где второй? Перезарядка! Нормально. Ах, ну что, давай пробуем. И под ревником я уж давно не играл. Тут есть у меня ракеты, по идее. Так, вот, да, ракеты. Без наведения, есть пулемет. Я ракета с наведением, я полетел. Чувак, сейчас по сути. Я тебя обязательно спасу. Мне нужно поднять только высоту. Вот сейчас я покажу мастер-класс, как нужно сразу подбивать истребитель. Слушай, он молодец. Я ему горжусь. Горжусь тобой. Я вот такой другим не горжусь. Слушай, а походу, ребята, уже все. А, ну-ка, ну-ка. Походу будет провал задания. Еще разок. Нет, все, он падает. Его достаточно будет. Слушай, ну-ка посмотрим на карте, где находится. Пару секунд подождет. Что это такое? Что это такое? Какого черта он стоит? Блин. Опять нифига не получится нам пройти задание. Да черт вас два, ну что вы гоните? Реально гоните, что ли? Вы издеваетесь сегодня? Сегодня, когда дешевое. Чего-чего? Какие тормоза? Ты куда полетел? Ты куда на такой скорости полетел-то? Блин, 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 блин. Он, слушай, он реально просто в жопу прилетает. Я хочу написать в чате, чтобы это поактивнее. Я не знаю, как ты участвовал. Так, 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 ну-ка, ну-ка. Так, все подбит. Жизнь у нас ноль. Так, вижу еще истребитель. Ну, в принципе, неплохо, да. Под ревником весело. Подбивать вертолет, самолеты этим. Я сразу к нему лечу. Только высоту, высоту. Где выше, ниже, где он? Ну, если ниже, то нормально. А если выше, то...
Так, пока что я не вижу его. А он летит к моему летит. Вот он, ну ничего, он как, с какой скоростью летит там. Ты куда так торопишься? Дорогой, ты куда торопишься так? Надеюсь, одной ракеты достаточно будет. Еще одну, еще три ракеты в него. От него просто живого места не осталось. О, оп, прокачиваюсь. Слушай, я уже четвертый уровень прокачиваюсь. Четвертый уровень за счет 25 повторов этого задания. Блин. Вы издеваетесь, наверное. Все, провал. Провал задания. Тюремщик поражен. Поражен? Кем? Кем? Животным, что ли? Загрызли, что ли, его? Блин, я не понимаю. Что за фигня? Давайте попробуем быстрый перезапуск, я не знаю. Может сообразить, может не выйдет никто. Ребята, не нужно выходить, давайте попробуем еще разок. Ох, капец. Да, дубль второй, ребята у нас не вышли. Тюремщик 17 уровня, блин, я буду реально выгонять. Ниже 40 уровня, ниже моего уровня реально буду выгонять, блин, я не знаю. Бывает нормально, даже 12 уровень нормально, он даже летает. На 12 уровне летает на самолете, на вертолете нормально. Он тут 17 уровень, и он вообще даже пешком по земле не мог добраться до тюрьмы. Какой разговор уже идет о перестрелке какой-то? Блин, черта с два. Ребят, ну какого черта вы заходите на такие задания, если вы не можете даже сесть в машину и доехать. Доехать до нужного места. Так, сейчас сядем в автобус и посмотрим, где наш чувак находится. Где наш тюремщик, где наш заключенный. 42 тысячи. Я уже не знаю, за счет чего я 42 тысячи накопил. А, ну было у меня, правда, за 30 тысяч ограбление. А вот наш автобус едет. Ну, в принципе, микроузи мы уничтожим. Мне понравилось подрывником, кстати, да, прикольно. Прикольно. Так, наш тюремный автобус. Это кто сзади его едет? Так, ну-ка, сразу гасим. Гасим все автобусы. Все стекла, все стекла. Готов, да, все готов. Чувак, выходи. Ну-ка, глянем, где наш... Да, они появились вдвоем, и, видимо, чувак сообразил, что почем. Но я чувствую, мы все-таки не сделаем эту миссию, потому что 17 уровень на перестрелке. На перестрелке... Нет, нет, нифига у него не получится. И мне придется, походу, заново пытаться проходить, записывать. Ну ладно, раз мы уж... Я не буду прерывать. Так, мне нужно ходу прибавить. Так что наш самолет гораздо раньше прилетает. Ну, в принципе, он сообразил. Да, в жопу прижался к истребителю и нормально летает. Я думаю, нужно сократить. Вот именно вот таким макаром. Нет, аэропорт еще далековато, но мы сократим. Сократим наш путь до минимума. Так, ты, главное, не переворачивайся. Я чувствую, его там не сложно будет перевернуть. Уже весь побитый. А нам, в принципе, барабан на него. Его нужно будет взорвать. Так, ну, да, практически, что ли, доехал. Тут будет быстрее. Да, вот тут будет быстрее доехать. Да, блин, как он тяжко поворачивается-то. Ну, еще 2 км ехать мне. Так, так, а если мы... Нет, тут мы не проедем. Давай все-таки поедем по дороге. Просто скорее, скорее как-то пытаюсь, чтобы наш самолет не подбили. Давай, давай, набирай скорость. О, проветривается. Так, блин, еще как медленно все-таки едет он. Реально медленно едет. Вот, вроде набирает скорость. Так, наши ребята, походу, уже в тюрьме. Да, они уже разделились, видимо, уже начинается скоро перестрелка, либо уже началась. Нет, я пока сирен не слышу, значит, еще нормально. Сирены будут, тогда будет кипиш. Так, ну я не поеду вокруг, реально, я не поеду. Я поеду напрямик сразу. Погиб. Кто погиб? Вот 17 уровень, не дай бог 17 погиб.
17-й. Блин, чувак, ну ты уже сразу практически погиб. Ну какого черта, блин, зря я тебя отправил. Ну я тебя не мог отправить, конечно, на самолет или на вертолет. Я не мог тебя отправить, это слишком ответственное задание. Черта с два. Ну и опять я нифига не смогу пройти задание. Я не знаю, который час уже пытаюсь пройти его. Выходим. Уничтожить ремный автобус. Так, мина, мина, мина. Ходу делаем, ходу. Так, я не вижу пока... Ладно, нет, вижу самолет. Да, вижу на карте самолет. Так, едем к вертолету. У меня УЗИ. А, нет, бомба-липучка. Мне бомба-липучка не нужна. Ну-ка, микро-УЗИ. Стоп. Что это такое? А где ребята мои? Они должны были в тюрьме быть. О, в тюрьме. Фу, я думал опять провал миссии какой-то. Блин. Фу, напугали. Напугали. Да, ну, конечно, шансов очень мало. Мало шанс, что... Блин, 17 уровень опять не погибнет. Блин, черта с два. Угрозил у меня взять этого 17 уровня. Ниже 30-го не нужно брать. Особенно, когда я записываю уже 50 раз эту серию записываю. Раком встал. Все, готов, выходим, давай. Помогать нужно нашему самолету. Блин, я не знаю, где нормальных ребят, адекватных, чтобы нормально прошли. Уже сложность повышал. Вернее, понижал сложность. Так, ракеты мне нужны. С наводкой. Слушай, я пока не вижу самолетов. Слушай, он еще реально не долетел, видимо. А где он? Блин, ребят, ну вы не гоните так, а. А он на подлете. Он решил реально подождать меня. Вот он, да, вижу, истребитель. Молодец, что подождал, можно сказать. Круто, круто. Сработал. Так, где истребитель? Где-то прям по курсу должен быть. Так, включим большую карту, чтобы видно было все и всех. Особенно мой самолет видно было. А, вижу движение. Давай, далеко еще, далеко не могу целиться. Да уже нормально, давай целись уже. Пошли, ракетки. Пошли, родные. Давай. Да черт возьми, еще разок в него. Ну, нормально. Держись рядом со мной, я буду смотреть на карту. Вот прям по курсу я полетел уже на него. Все-таки на вертушке как-то медленнее. Да, он помедленнее летает, чем самолет. Ну, пробуем. Выжимать максимум из него. Где? Вот он. Вижу. Так, нет, надо ждать, пока красная. Нет, все-таки полетела ракета, даже желтая была. И все-таки полетела в него. Давай. Готов. Молодец. Я надеюсь, 17 уровень меня не подкачает. Я потом его реально найду и дам ему еще 20 тысяч. Хорошо, 30 тысяч дам. Так и быть, 30 тысяч дам, если он пройдет задание. Но именно сегодня мне нужно купить машину и мотоцикл. По 50% скидке. Где самолет? Вот он. Давай наводкой. Наводка, работай. Ага, пошла ракета. Все нормально. Блин, сколько самолета буду подбивать я? Слушай, а походу уже... Нет, еще не с последним. Еще жёлтый кругляшок, значит, еще не спасли. Ребята, у вас нету права на ошибку, у вас ноль жизней. Каким-то макаром сразу же погиб. Да куда ты полетел так резко там? Еще разок давай, перезарядка идет. Мой кружит рядом со мной, самое главное, в меня не врежься. Еще раз ракета, добить его? Нет, все, уже наводка перестала работать. Слушай, а ты где летаешь? Прямо у нас одна точка. Он сверху или снизу? Снизу. О, разворот назад. Да, когда я был на самолете, как-то подрывник на вертолете плохо работал. Он не подбивал полицейские вертолеты.
Но если дойдем дальше, я буду подбивать полицейские вертолеты и ребят помогу. Помогу ребятам, чтобы они сели нормально, благополучно. Самолет. Ну давай наводкой. Да какого черта? Ох, нифига, жопа задралась у него. С первой ракеты. Так, я посмотрю на карте, где они находятся. Нет, они еще Рожковского, походу, еще не спасли. Ну хорошо, ждем, ждем пока. Я не знаю, правда, получится, получится, не получится. Да, блин, уже, реально, сколько часов. Где самолет? Где самолет? Нужно будет пройти задание и сразу купить же машинки, пока они дешевые. 50% скидочка. Надеюсь, она еще будет. Хотя бы сначала пройти задание, потом уже смотреть скидку. Так, блин, сколько я уже подбиваю их, а? Статистику набиваю, наверное. Да, 17 уровень. О чем говорит? Ну ладно, как и обещал, ему 30 косарей дам, если он пройдет задание там. Так, 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 ниже, 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 давай ниже. Пошли ракетки. Да, 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 да. Давай взорвайся, ну. А он уже падает, да, он уже падает. Вроде взрывов не было, он уже падал. А, выберите посадку для площадки, вызовите их оттуда. Так, 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 что, что? Что, сопровождать? Все, все. Наконец-то ребята вышли. Все, летим. Я буду помогать вертушке подбивать. Обязательно. Я 30 штук найду тебя и тебе заплачу. Я найду твой ник и обязательно все будет пучком. Ох, так, тихо-тихо, не надо, не надо стрелять, еще вдруг попаду в самолет. Спускаемся ниже и летим к нашим. Да, летим к нашим. Самолет, в принципе, сам сможет, если что. Я не знаю, может, за самолетом. Нет, ребят, должны сами долететь. А я буду помогать нашим самолетам. Спускаемся ниже. Так, мне нужно машины подбивать. О, сколько вертолетов, слушай, надо помочь им. Им нужно реально помочь. Да на другую целься, другую цель, целься. Слушай, вы как-то слишком тут близко находитесь всем. Блин, блин, он будет на них падать. Давай, 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 подбивай. Ребята, ребята, активнее, активнее, уходим, уходим. Черт, черт, меня гасят, меня гасят. Где, где вертушка? Вот она, вертушка. Прям по курсу. Ох, ох, сколько вертушек-то. Слушай, слушай, тут жарко просто. Тут реально жарко. Все, ходу, ходу дают. Реально ходу дают. Все, я тоже ходу даю. И по идее теперь самолет должен уйти. Погоди, ты взлетаешь, нет? Да, он взлетел, нормально. И по идее теперь самолет должен уйти. Да, я уже так делал. Я был в самолете, но я не мог уйти от копов. Потому что, я не знаю, может подрывник мой не мог уничтожить вертолеты, которые за нами постоянно гнались. Я полчаса кружил над океаном. Ну ничего не получалось уйти от копов. Черт с два, теперь я подрывник. Теперь я подрывник. Сейчас я устроим засаду. Идите к черту. Так, я не понял. А это что за цель на карте? Это кто внизу? Сопровождать Рожковского? Я не понял. Ребята, ребята, вы что, потеряли Рожковского? Какого черта вы потеряли Рожковского? Он внизу, что ли? Ну-ка, спускаемся ниже, я не понял. Блин, что за фигня? Где он? Где Рожковский? Блин, вот тут же точка какая-то. Вот он Рожковский. Ребята, вы гоните, вы не подобрали чувака. А, вы куда взлетели? Рожковский, давай ко мне. Рожковский, ко мне давай. Черт с два, ребята, ну вы гоните. Ну каким макаром теперь он должен будет? Фу, блин. Все, не слава богу. Ну, слушай, он реально садится прямо на трассу садится. Тут копов да немерено. Блин, копов немерено просто. Рожковский, гони оттуда. Черт с два, погиб. Погиб. Конечно, погиб, там не сел, он реально. Ох, блин. Каким макаром Рожковский оказался посреди трассы. Черт с два.
Может, дубль попробуем, ребята? Давайте дубль попробуем. В принципе, нормально, компашка. Быстрый перезапуск. Черт с два. Да, у нас дубль третий. Ребята, нормально. Я не понимаю, какого черта Рожковский казался там, а... Ах, черт. Ну, ребят, ну опять лететь, опять все это делать. Который раз? 30-й уже, что ли? Я уже просто в безумии. Я реально в безумии. Потому что не могут пройти это задание, ни в какие ворота уже не лезть, а. Хоть раз пройдите, хоть раз как-нибудь пройдите, блин. 17 уровень, давай не пока качай, реально. 35 штук, все, 35, повышай тебе. 35 штук даю тебе, если пройдешь это задание. Ах, блин. Что с вами делать там? Я не знаю, я вас не знаю, я вас по столику смирно поставлю и выговор сделаю, прежде чем начать задание. 35 штук в 17 уровне, если он не накосячит. Другим не обещаю, другие должны адекватные, придется на самолете у нас хороший. Второй тоже, претензий нет. Я не знаю, почему Рожковский оказался посреди пустыни. Вроде все взлетели, все должны были в машине быть. Ну хорошо, пробуем еще раз. Что ж поделаешь. Ехать-то не с самого начала, ехать-то маленько чуть поближе. Давай угоняем автобус, взлетаем и гасим. Тихо, только не... Так, ну какого черта встал? Гони отсюда, блин! Не нервируй меня. Мне другую сторону нужно, блин. Все равно, какого черта он встал? Ох, блин. Все, выкинул труп. Едем. Опять на этом автобусе, который вообще никак не едет. Как черепаха. Так, поедем, схватим дорогу тут. Блин, ребята, давайте соберитесь реально. Не торопитесь, нормально сделайте все задание. Сделал каждую свою роль бы, сделал и все бы, нормально было бы. Не, побег из тюрьмы я уже ни в коем случае не буду повторно проходить. Хоть там будет 2 миллиона давать, нет, ни в коем случае я вообще не буду. 30 раз пробовать, я не знаю, который час пытаюсь, уже 5 или 4 час пытаюсь пройти это задание. С моей стороны косяков было только 1%. 1%, ну подбили меня там бывало один раз. Ну дубль был, но потом, блин, опять ребята то выходили, то какого черта выходит еще. Уж делать задание, сделать так надо его. Ну 2 километра остается. Так, где наши ребята, я буду контролировать. О, вы уже в тюрьме, ну что, хорошо. Хорошо, вы в тюрьме уже. Так, ну, блин, реально едет очень медленно. Я думаю, самолет мой подождет меня. Я уже научился даже на вертолете летать. И на самолете уже на всем подряд полетал. В тюрьме побывал. Но все это не выйдет выпуск. Это не будет выпуск. Это будет просто удалено. Все это косяк, косяк полный. Одни косяки. Косяк на косяке. Так, тут можно сократить, я надеюсь. Поднимется наверх. Давай. Слишком далеко ехать вокруг. Мы сразу выйдем на взлетную полосу. Да, было дофига вертолетов. Блин, я прикрывал как мог, конечно, меня гасили. Мне, конечно, пофиг было на себя, но... Нам нужно, чтобы жизнь команды была одна, когда уже даже сели в самолет. Вот было бы замечательно просто. Сели в самолет и одна жизнь. Вот это было просто супер бы. Ну, хотя бы вышли из тюрьмы. Вышли из тюрьмы и одна жизнь у нас была бы. Чтобы при посадке, когда был какой-то... Так, все, да, приехали. Да, мы приехали. Замечательно, уже третий уровень. Четвертый уже скоро закончится уровень прокачки персонажа. Я уже, что ли, до 100 уровня буду прокачивать персонажа своего с помощью этой миссии, что ли? Не злите меня. Так, вижу, мой самолет уже подлетает. Едем. Слушай, я уже реально на тачку накоплю, видимо, таким макаром. Я не знаю, откуда деньги появляются у меня. Ну не каким-то макаром у меня появляются. Так, выберем УЗИ, не будем тратить патроны на... Блин, куда поехал? Вот дорога. Слушай, а такой крутой внедорожник-то. Да, такие колеса высокие.
Был бы какой-нибудь, не знаю, скоростной внедорожник был бы. Можно, в принципе, колеса поставить на скоростную, на спортивную машину внедорожную и попробовать так. Привет, чуваки. Встает, встает еще. Ну, готов. Да, опыт, опыт прокачиваю. Блин, надо уже как-то перерыв сделать, уже не знаю. Так, заводим. Ракеты берем. Все-таки прикольно сделать. Сделали ракеты с наводкой, без наводки, пулемет. Еще бы на танке был бы, пулемет бы сделали. В чем проблема? Почему нет спаренного пулемета на танке? Дымовые бы сделали. Ну это не... Ого, погоди, погоди, я что-то как-то задумался. Все, сейчас прилетает. Да, он реально просто летит медленно. Он... Мне надо посмотреть, где мои ребята. Где мои кровные ребята, которые 35 тысяч я ему отдам. Прям в серии ему передам. Все и запишу и покажу, что все нормально. Обещание держу. А, ждем наш самолет. Я уже взлетел. Давай напишем окей. Окей, напишем. Что я уже на месте. Жду самолет свой. Включим большую карту. Покажу на жизнь одна. Видимо, 17 уровень все-таки понял, что почем нужно делать. Мы научили его. Мы сделаем из него мужика. Сделаем настоящего мужика. Наша команда сделает. Ну слушай, ну если еще раз будет провал, я не знаю, блин. Ну я в принципе буду пробовать. Я буду пробовать, я не буду выходить. Мне нужно сделать, купить машину. А, ребята, уже спасают Рыжковского. Уже крылышок появился на карте. Вот наш самолетик, который нужно подбить. Их будет не один, и не два, и даже не пять. Но я думаю, ребята уже узнают, знают, что делать. Давай, давай, давай. Блин, я не знаю, я, наверное, неделю не буду играть в GTA, потому что я уже запарился с ней. Запарился с ней. С этой миссией. С игроками запарился. Готов. Готов, замечательно. Ты давай кружи, только слишком низко не кружи, потому что может потерять управление такой самолет. Так, летим вперед. Ты как увидел самолет, так подожди меня сразу держись, и все нормально будет. Он мимо меня не прилетит. Мимо меня никто не пролетит. Так, вот он летит. Спускаемся ниже. Наводка пошла. Ага. Куда, куда ракета пошла? Что-то я засмотрелся на другую сторону. Еще ракета. Ох, мы жестко, жестко его наказали. В дребезги. Как его развернуло-то? Ха-ха. На карте как разворачивает его. Вперед-назад, вперед-назад. Ха-ха. Слушай, ну еще красный. Какого черта он еще красный? Уже взорвись к чертям. Все, взорвался. Угу. Так, посмотрим на карте наши ребята. Так, самолет появился. А, Рожковский бегает с ними. Да, видимо, перестрелка идет. Активно идет перестрелка. Жизнь пока одна. Пока все замечательно. Пока все хорошо. Все хорошо, хоть даже пускай серия выйдет один час, но все-таки нужно пройти задание это. Не знаю, уже дубль третий с этими ребятами. Или второй, нет, кажется третий. Я уже сбился с счету. Этих дублей было уже 35. Ну все, все, готов, падай уже. Ага, упал. Можно еще, в принципе, машины подбивать, но это без толку. Их бесконечное количество. Так... В той стороне самолет появился. Ждем, ждем, ребят, пока не всех перебьют там. Да, в принципе, в тюрьме тоже проблемы. Там довольно много копов. Но если в укрытие сесть и я просто отстреливать, то не проблем нет никаких. Сел в машину бронированную и вперед. К самолетам. Ну, задание не знаю, проще некуда. Ну, я не знаю, я просто уже все знаю. Для меня проще некуда задание. Все, все, еще не появился, сразу, блин, еще не упал, уже сразу появился в другом, в другой стороне. Тихо, 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 ты пика какой-то делаешь. Ну, он тоже, видимо, налетал уже своих часов дофига. Тоже, видимо, не в первый раз. О, опыт дали. За что? За что опыт? За подбитие, что ли? Я думал, провал миссии. Чувак, ты это говно не разбейся. Единственный у нас самолет. Жизнь-то есть, чуваки еще могут как-то умереть. А вот наши задачи ответственные. Куда? Куда летишь? Я не могу прицелиться в него.
Блин, блин, что это было? А, все, все, соображение Рожковского, да. Все, потеряли управление, летим обратно. Я лечу убивать вертолетом. Все, в принципе, как я и хотел, одна жизнь, и нам нужно сесть в самолет. Только, ребята, реально, посадите Рожковского. В первую очередь посадите Рожковского. Что-то пишет, кто-то пишет. Блин, блин, не знаю, прям адреналин прет. Прет адреналин. Так, карту побольше. Карту побольше, чтобы видно было вертушки, если что. Слушай, а мы летим одинаково с ним. Вместе с самолетом одинаково. А, он приземляется. Он с боя уход. Так, вертушки. Слушай, я не вижу вертушку. А, не вижу, 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 вижу на вертушке. Так, ребята, сейчас, сейчас, 2 секунды. Давай, перезарядку, перезарядку. Блин, вертушка, вертушка тут. Наводка. Да, готов. Только не на вас, только не на вас, ребята. Я подобью, ребята. Ох, блин, 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 прям, прям спереди встали. Ребята, залетайте, взлетайте, чертям, чертям отсюда. Блин, блин, только рядом. Погиб, наш один погиб. А, оставайтесь с ним. Чувак погиб, но он походу... Погоди, я могу подобрать его. Я тебя подберу. Стой на месте, я тебя подберу. Чувак, ты видишь меня? Куда бежишь? Ну, чувак, ну да не гони, не гони. Куда? Садись ко мне. Садись ко мне. Куда бежишь? Бегом ко мне. Сейчас копы тут будут. Ох, все нормально. Пока нормально. Так, вертушку подбиваем. Ух, только сиди на месте. Сиди на месте. Рожковский на месте? Рожковский на месте. Защищайте ВИО. Да, защищать мне нужен самолет. Даем ходу. Тихо, блин, тут же ракеты. Ракеты, нет, нет, нет. Ракеты в меня. Ракеты в меня. Уфу, на вертолете это очень сложно с ракетами справляться. Мне нужно развернуться и подбить вертолеты. Да, мне нужно развернуться и их подбить, потому что они будут за нами преследовать. Где? Где он? Блин, он у меня гасит. Он меня гасит. Ходу, ходу делаем. Нет, разворот. Резкий разворот и сразу гасим. Блин, да, да задрал, задрал. Слушай, ты на пулемете. Ну-ка, убей его. Да убей ты его, к чертям. Полетели, полетели отсюда. Блин, я не знаю. Фу, как-то медленно летит он. Он чертовски медленно летит. Так, не будем агриться, нам нужно уйти от копов, по идее. Мне нужно защищать самолет. Но я уже как-то реально говорю, я уже летал на самолете, я не мог уйти от копов, я не знаю почему. Может быть, потому что агрился самолет боевой. Подрывник агрился. Нам тоже, по идее, нужно уйти от копов. Слушай, нет, я не ушел. Видимо, меня здесь засекли. Это у меня дымок, что ли, идет? Мне еще дымка не хватало. Слушай, у меня реально дымок идет. Так, так, впереди вертолет, вертолет впереди. Защищайте, ну да, мне защищать нужно его. Мне нужно, первое, нужно уйти от копов, и все нормально должно быть. Так, мы попробуем в эту точку тоже с ребятами попасть. Давайте, ребята, у меня дым уже какой-то пёр. Это недобрый знак. Ах, я тоже взлетаю к этой точке, к этому кругляшочку. Я его, в принципе, не вижу. Мне он, по идее, не нужен, наверное. Я не знаю, может, нужен, а может, не нужен. Ну, я взлетаю. Мы ушли. Мы еще не ушли от копов. Да, мне нужно было уйти от копов. Все-таки подрывник. Нужно было уйти в тот раз. Ох. Вот почему я полчаса летал и не мог уйти от копов. Потому что подрывник нарывался на копов. Блин, ребята. Да, я как обещал должен связаться. Куда, куда, куда мне лететь? Ребята, ребята летят вниз. А, да, нам нужно на пляж. Я вижу, на пляж. Наконец-то. Наконец-то я куплю машину. Машину себе, я ему 35 штук переведу, как я и обещал. 35. 17 уровень. Блин, ну да реально, я не знаю, все выпуски, наверное, его выпустить, всех неудач, но 30 штук выпустить, ну это нет. Нафиг мне мусор. Мусор не нужен мне. Все, сделали задание, забыли. Больше я это задание не буду выполнять. Ни в коем случае. Мы на месте. Мне главное не сдавить никого. Стой, стойте на месте, стойте на месте. Все, забейте напарников. Чувак, ну какого черта ты подошел к лопастям?
чертов с два. Какого черта ты подошел к областям задним? Ну какого? Я не понимаю. Нет, повтор не будет. Видимо, ребята ушли. Ах, или погоди, будет повтор, что ли? Да, все-таки дубль третий. Я не знаю, которая... Я сейчас не знаю, я сейчас напишу такие, блин, тебе люлей навешу. Кто? Кто залез? Я потом посмотрю, кто это залез. Я не знаю, я 17 уровень, я ему нифига не перейду, 35 штук. Ну что за фигня? Все сделали, нужно было сесть просто в вертолет. Просто сесть в вертолет нужно было. А какого черта ты как сумасшедший побежал к опастям? Я сел нормально. Сел нормально. Ах, черт издевай, ребята. Игрок вышел. Нет. Все, закончим серию на этом. Да, пускай всех посмотрят. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока.